тебя вылечат, и меня вылечат. Дубль три. Здравствуйте. Меня зовут Бабич Ольга Юрьевна. Я врач-стоматолог, терапевт, эндодонтист, микроскопист в легкой стоматологии. Не, микробов не видно. Микроскоп мы через ситечко микробов не ловим. В микроскоп видно сильно лучше все поверхности, в принципе, зуба. Больше, чем обычным глазом или в бинокуляры. Я вообще сама по себе очень чувствительный человек. И я максимально аккуратно, в принципе, работаю с пациентом. Я сама пережила некоторые моменты и не хочу, чтобы мои пациенты с такими моментами сталкивались. Очень люблю обратную связь, когда пациент доволен, когда пациент начинает спать, храпеть в кресле, то я понимаю, что человек расслабился просто максимально. Я, ну, достаточно много чем увлекаюсь. Хожу в спортзал регулярно, там 2 раза в неделю точно. Я занимаюсь полденс, еще верховая езда. У меня есть цель, да, галопом встать на лошадь. Ну, мой тренер даже говорит, скоро пойдем на конкурс. По первому образованию я детский стоматолог. Учитывая, да, диплом детской стоматологии, я максимально деликатно, максимально аккуратно работаю со взрослыми. Иногда приходят взрослые пациенты с различными фобиями, да, и мы проводим точно так же, ну, я провожу, да, с пациентами адаптационные приемы точно так же, как с детьми. Приходите, боязни, да, эти все фобии преодолеем и потихоньку-потихоньку будем входить в русло. А если не боитесь, тоже приходите.